Эксперты в области инноваций обсудят цифровое развитие планеты. 15 декабря в Нью-Йорке пройдет встреча в рамках дискуссионной панели Blockchain and Mixed Reality Panel. Инициатором мероприятия является проект Аркона – блокчейн-экосистема дополненной реальности. Участники дискуссии обсудят влияние технологии блокчейн на развитие и формирование смешанной реальности и тенденции развития мира к 2020 году. Среди спикеров мероприятия – генеральный директор и соучредитель компании, занимающийся смарт-разработками Lampix Джордж Попеску, исполнительный директор платформы интернет-вещей Augmate Дана Фарбо и основатель консалтинговой компании Pacific Alliance Джеймс Хафт,